Эстрадная студия «Модус» объявляет набор на следующий учебный год. Параллельно апатитские вокалисты подводят итоги завершающегося творческого сезона. Для ребят и их педагога Елены Горюновой он сложился очень удачно. По жизни. Это девиз эстрадной вокальной студии «Модус» Апатитского дома творчества. Ребята поют и по дороге на концерт, и после выступления. Они вообще одна большая поющая семья. Это целый мир, в котором каждый друг друга поддерживает. Мы встречаем вместе и радость, и грусть. Мы постоянно находимся вместе в поездках на конкурсы, участвуем в концертах, все делаем вместе. Ты уже моя здесь как вторая семья. Мы братья, сестры. Нынешний год стал для «Модуса» особо урожайным на награды. Судите сами. 50 дипломов лауреатов, в том числе 3 гран-при на конкурсах в Мурманске, Кандалакше и Кировске. Профессиональный уровень вокалистов возрос настолько, что конкурсные выступления перестали быть испытанием для нервной системы. На сцене ребята работают расслабленно, зато усердно трудятся на репетициях. В настоящее время в нашем репертуаре, наверное, около 200 песен. Это сольные, дуэтные, ансамблевые. Мы поем как небольшими группами, так и полностью всем составом. Песни очень разножанровые. Это и патриотическая тематика, и духовная, и любовная лирика, естественно, как же без нее. Авторские песни я пишу для ребят, учитывая их особенности характера, особенности голоса. Но особенно проникновенно апатитский «Модус» исполняет песню «Аргонавтов». Хит на все времена. Если вы хотите, чтобы чадо услаждало родительский слух красивым пением, прививайте детям любовь к хорошей музыке. Приводите их в «Модус».